Юбилейную медаль 20 лет разгрома международных бандформирований почетному депутату Народного собрания Республики Гази Газиеву вручил спикер Дагестанского парламента Хизри Шихсаидов. Награда присвоена за обеспечение бесперебойной перевозки военных грузов в Дагестан во время вторжения международных бандформирований в 1999 году. Напомню, все годы Гази Газиев работал начальником Махачкалинского отделения Северо-Кавказской железной дороги. Ты один из первых, кто получает эту медаль. И слова Республики Дагестан и все, кто к этому имеет отношение, вспоминают, говорят о таких людях, как ты. И вот мы пришли с этой миссией.